Вот такие дела, друзья. Видите, как получается-то. ГАИ не едет по какой-то причине, может, специально, умышленно делают. А тут Сисев пришел и говорит, сейчас, если не будете продолжать стоять на этом месте, будете привлечены по 19.3. Это вот так вот. Эти как легким путем пошли. И звоню, вот в ГАИ никому не могу дозвониться. Даже жалобу оставить. Так, опросил. Алексей Александрович. Я. Ну, я сейчас тоже буду производить видеосъемку, предупреждаю вас об этом. Ага. Как бы. У меня есть заявление, примите заявление по поводу нарушения правил дорожного движения бездействия ГАИ. Заявление сначала вам подать хочу. Будете приму. Да, примите. Примите. Потому что туда выехал. По поводу автомобиля. Примите, пожалуйста, заявление. Сначала. Опросите водителя в рамках заявления и установите его личность. Вы будете это делать или откажетесь? Ну, если вы мне. Заявление. Продиктую. Давай. Да, давайте. Давай. Будете принимать. Давай. Да, примите, пожалуйста. По поводу бездействия ГАИ подаю заявление. По поводу нарушений водителя. По поводу автомобиля данного днем мы фиксировали. То есть сейчас в настоящее время вы также препятствуете его проезду. Я вообще стою в стороне. Чем я препятствую? Чем запрещено препятствовать на тротуаре? Проехал. Это за это что-то предусмотрено, нарушение правил дорожного движения какое-то есть с нашей стороны? Или мы уже не имеем права ходить по тротуару? Вы ходите, имеете право, ну, туда, но не препятствовать проезду. Почему? Где это написано? Вот сейчас человек находится на работе. Ну и что? Ну, препятствует. Он не должен здесь находиться, на тротуаре. Этот человек. Не должен, будет разбираться. Мы данный материал уже собрали, будет направлен в ГАИ. В настоящее время. Не, ГАИ должно приехать сюда, чтобы привлечь к ответственности. Они привлекли данный материал, то, что собран, мы будем направим в ГАИ для привлечения. Почему ГАИ не приезжает? Мы ждем ГАИ, вызвали. Не могу знать, почему. Ну, мы имеем право стоять, ходить по тротуару в любом месте. Мы машины здесь не должно быть. Если вы будете, я просто предупреждаю об ответственности, если будете предупреждать автомобиль... А я что, препятствую кому-то что-то? По 19.3 будете привлечены. За превышение полномочий потом будете в Следственный комитет нести ответственность. За то, что людей попросили с тротуара. Это как, Сися, вообще? Вот мы вас сейчас попросим с тротуара уйти, я прав буду? Вы, по-моему, что-то уже не то вот сейчас скажите, пожалуйста, говорите. Заявление после хочу. Заявление. Сейчас давайте. Заявление примите, пожалуйста. Для начала и ГАИ содействие окажите для того, чтобы вы сюда приехал ГАИ, привлекли. Я звоню много раз. Ну и что вам сказать? Приедут. Ждите, ожидайте, приедут. Я никуда отсюда не уйду, потому что это будет ложный вызов полиции. Если мы уйдем, отпустим вот это вот. Господина. Я не буду ложный вызов оставлять. Заявление будете писать? Да, буду заявление. Я никуда с тротуара не уйду, потому что ложный вызов будет. Вы меня не надо подставлять под ложный вызов. Значит, вы будете ждать ГАИ, не уйдете? Я буду ждать ГАИ, не уйду. Я на тротуаре имею право стоять. Меня никто отсюда не имеет права убрать. Я хожу спокойно, перемещаюсь, имею право здесь ходить. Или вы хотите лишить меня этого права? Я просто конституционного. Нет. Ну, если хотите лишить, так скажите, я лишаю вас права ходить по тротуару. Все. Да, пишите. Я тоже буду писать. Сейчас, минуточку. Такого нет, так, незаконного держания. ГАИ, да, дополнительно. Да, конечно, сейчас. ГАИ надо, чтобы приехали и отреагировали, потому что я уже просто 9 часов здесь нахожусь. Ну, вы знаете это все. Это уже называется просто издевательство. Сиси разошелся. Что он сказал? Да ничего, будешь вызывать ГАИ, я буду писать заявление по поводу этого всего беспредела. Посмотрим, пока требований не заявил никакое мне. Я не препятствовал ничего, я ходил, гулял. А почему тебя, не мне? Не знаю, я гуляю, хожу просто. Я вообще не препятствую никому, никогда. Вот, ходил просто. Гулял, оставлял заявление.
Вон Росгвардия. Ну да, видишь. Девять часов звоню. Бардак полный происходит. Нарушение масса было, вы видели. Они разъехались постепенно. Это что, бездействие получается со стороны ГАИ? Полное причем. Кто это все покрывает, непонятно. Кто этих крышует инкассаторских хамов, тоже непонятно. Почему вот такое происходит, бардак? Махал руками, сейчас напишет трактор. Махал руками. А, да, сильно размахивал. Я. В общественном месте. В общественном хулиганил. На тротуаре. Да. Когда никого рядом не было. Замерз. Кроме меня, а я не против. Вот Сисев куда-то звонит, видите, что творится. Я сейчас тоже буду пытаться звонить. Что за бредни какие-то непонятные получаются. С 9 часов ждем, с 11 часов дня ГАИ. С 11 часов ждем, и только по ДТП приехали. Куча звонков совершено было по этому поводу. Это что такое? Что за бардак? Кто это крышует все дело этих инкассаторов и вообще вот это вот место? Крышует инкассаторов, вопрос. Да, вопрос на засыпку. Дадите на этот вопрос хороший ответ. 19.3. А да иначе 19.3. Все четко. Вода 3. Алло. ГАИ издевается над нами с 11 часов, я считаю, по моему мнению. Когда приедут сюда, вот на площадь Ленина? Ну-ка, другого направьте, понимаете, за 9 часов можно было найти экипаж, который приедет. Алло. Алексей, если направляют экипаж, дежурная часть, он должен подчиниться и поехать туда, куда его направляют. Что за бред? Бред полный. На вызове еще находится, ожидайте. Ну что там, скажите, получается что-нибудь, или они специально... решили, или они специально решили просто нас саботировать сегодня по полной программе, или какой-то сговор с инкассаторскими у полиции. Что происходит? Я просто не пойму сегодня. Можете подсказать? Звоню по вашему вопросу. В ГАИ звонить? А? Или нет? В дежурную часть. А, в дежурную часть, чтобы они организовали, да? Ну правильно, надо, конечно. Ну что это такое? Это просто над людьми, над пешеходами. Простое издевательство. Сегодня ходили здесь и инвалиды, и дети. А эти катаются, как ни в чем не бывало. Причем все. Понимаете, вот так объезжают их вот через толпу людей. Я это видел. Да, все. А полиция ничего сделать с этим не может. Только убрать пешеходов, как с тротуара они могут, да? Конституцию нарушить. Полностью. Это что такое получается? Вообще непонятно, что. Что за бардак? Так, пешеходы ходят, тут продолжают, а ГАИ все нет. Еще кто звонил? Говорит, ты что на вызов? Сейчас тот вызов заканчивает и к нам. Вот такие последние новости. ГАИ? Да, в ГАИ дозвонился, сейчас говорит, последний вызов и все. Ну, якобы так. А потом, может, еще появится какой-нибудь вызов. Так, вот так вечером. Здесь такая обстановочка. Вот такая вот. Видите? Заявление на бездействие ГАИ, полиции, вообще непонятно что. И может какие-то связи коррупционные возможные с инкассаторскими. Алексей, заявление вы говорили. Да, конечно, ну на бездействие, да, и на нарушителя вот этого. Конечно, да, продиктую вам обязательно. Они говорят, сейчас едем. Вы меня что, хотите под ложный вызов? Я не понял. Ну вы меня. По специальности. Там же написано в законе о полиции, вы не имеете права провоцировать правонарушение. А вы пытаетесь его спровоцировать сейчас. Я пытаюсь. Каким? Вы сказали, уйдите с тротуара, нас конституционное право наше нарушаете. Я вам и сказал, плюс к тому что же... мы не предотвращали, потому что инкассация тоже является и автомобиль. Инкассация является и сам инкассатор, это спецсубъект. Не является.
является он никаким спецсубъектом. Чтобы не препятствовали его. В правилах дорожного движения он такой же. Я вам не говорил, чтобы по тротуару не гулять. Мы не препятствовали его проезду. Мы имеем право в любом месте стоять на тротуаре, я, или я ошибаюсь? Не препятствуйте ему проезду. Я могу стоять вот где стоит Александр? Или вы скажете, отойдите на метр, встаньте здесь? Чтобы его привлекли к ответственности, да? А почему? Мы имеем право. На проезжей части 12.30 предусмотрено. Мы еще днем выходили, когда он здесь, да, вы видели, мы приходили сюда. ГАИ должны для этого. ГАИ, не вы. Вы не уполномочены. Мы зафиксировали. Вы не уполномочены, понимаете? Вы не уполномочены составлять постановление. Нет, но мы зафиксировали. Это ваше право. Будет материал направлен в ГАИ. Мы имеем право стоять до бесконечности на тротуаре. До бесконечности. Вот хотим стоять вот сутки, будем стоять сутки. Мы, это конституционное право. Если вы хотите лишить его, ну, лишите тогда. Тогда уже будет Следственный комитет заниматься. И ложный вызов меня тогда пытаетесь подвести. То, что я вызвал, стою, жду 9 часов, а потом по какой-то причине они приедут, а никого нет. Это что такое получится? Это ложный вызов получится. Это нельзя так. Только ГАИ может сопроводить их с проблесковыми маячками. Тогда мы обязаны отойти будем. Как сопровождение. Они уже едут, сказали. Ну, звонят, ну, ГАИ, говорят, что... 9 часов звоним. Я не знаю. Да понял. Давай. Так, вы пойдем по заявлению писать. Я первый обратился к вам. Вы у меня примите, пожалуйста, заявление, потому что вы уже приезжали по нашему обращению кучу раз. А они после меня приняли решение. Давайте по порядочку. Порядок. Сейчас я скажу, что... Давайте по порядку. Сейчас я скажу, что у вас приняли. Вот так, все, я понял, хорошо. Давайте по порядку, а то как получается, какие-то привилегии у них, что ли. Во. Правильно, вы после меня сказали. Абсолютно верно. Так, все, пойдемте, а то там персональные данные, непонятно, кто будет стоять туда, подальше от них. Мои. Я же буду диктовать. А вот эти мне люди, я не хочу, чтобы они распространялись персональные данные. Давайте. Ну да, давайте отойдем чуть-чуть. Ну, вон там светло же было, зачем нам здесь? Они здесь стоят. Так, что сюда? Ну, давайте. Да, Шамардин Алексей Александрович. E-mail только Подождите, оставлю. Сейчас протокол устного заявления. Мне или вы сами будете? Не, протокол принять устное заявление. Это просто издевательство, то, что вот происходит. Не знаю, кто в этом замешан. Но с 11 часов только экстренно приехали на ДТП и все. Но на ДТП это вообще не имеет права не приезжать, это понятно. И все. Оформили быстро, и то не до конца, и уехали куда-то. Документ есть с собой? Со слов. Ну, помните серию номер? Да? Серия. Я только фамилию, имя, отчество дам, и e-mail, электронный адрес укажу. Мне достаточно ответа на электронную почту прислать. Так, сегодня 9 у нас. Да, по результатам проверки. То, что получается, вообще непонятно что. Давят людей тут, ездят между инвалидами, инвалиды ходят еле-еле, а вот это все кто-то допускает, чтобы это все происходило. И потом еще пешеходам запрещают стоять на тротуаре, ну это вообще просто. Я понимаю, если на проезжей части я бы стоял, да, там есть ответственность, 12.30, никто бы этого не делал, не стоял, там проблем нет никаких. А здесь нет за это ответственности никакой. Потому что этих не должно тут быть. Так, все, готово, да? В одном Шамардин, давайте все напишем. Да, Шамардин Алексей Александрович. В одном все тогда.
Я e-mail тогда своей рукой там напишу потом, чтобы это вы не путали вас. Какой документ? А дата рождения? Не, я говорю, e-mail только и фамилия, имя, мне достаточно. Прочерк поставьте. Достаточно для ответа мне электронный адрес. Все отвечают всегда, проблем нет. Привлекли, не привлекли, что там, разобрались. Что? Заявление? Значит, 9 апреля с 11.00. С 11? С 11, да, 00. С 11.00. Я обращаюсь по разным телефонам в ГИБДД города Воронежа. Около 20 обращений сделал, может и больше. Обращаюсь по разным телефонам. Да. ГИБДД. Ну, в ГИБДД, в дежурную часть, оператором там, по всем, по разным. ГИБДД города Воронеж. Города Воронеж, да. И для того, чтобы они устранили нарушение правил дорожного движения по адресу площадь Ленина 5А, в части движения стоянка на тротуаре транспортных средств. Для того, чтобы они устранили... Нарушение правил дорожного движения в части стоянка и движения по тротуару транспортных средств по улице площадь Ленина, по адресу площадь Ленина 5А. Адрес записали, да? Дорожного движения по адресу, да, площадь Ленина 5А. ГИБДД, сотрудники ГИБДД не отреагировали, по моему мнению, на заявление. Никто не приезжал по данному обращению, по данным обращениям, и не устранил до сих пор. Вот время сейчас, в настоящее время написания вы. Сотрудники ГИБДД не отреагировали, да, на мое обращение. Да, вот время сейчас фиксации вот этого заявления. 20.45. До 20.45. Вот я показываю 20.45. Да, до 10.45. До настоящего времени нет реакции со стороны инспекторов ГИБДД. То есть нарушения как были, ну, сами разъехались водители, как были, так они, и никто не привлечен к ответственности, я имею в виду, вот в чем дело. Никто не привлечен к ответственности. Кроме того, писали, да? Потом в выводах я напишу, ну, то, что просьба, прошу заявление. Кроме того, на движение по тротуару осуществляет автомобиль. Осуществлял автомобиль и стоянку. Сейчас надо номер записать его. Надо подойти туда поближе, номер записать. Транспортного средства. Вот этого. Который около, там, скольки я там первый раз позвонил. Сейчас посмотрю. Ну, не касаться. Ну да, что надо касаться. Который заехал и двигался по тротуару. Сейчас, секундочку. 9 апреля 2021 года. Номер надо еще записать. В, я скажу вам, сколько это было. Так, вот, наверное, 16.10. Ну, наверное, 16.10, да. 16.10. Осуществлял движение и стоянку на тротуаре по адресу площадь Ленина 5А. Государственный регистрационный знак надо, может место оставить и там запишем потом. ГРЗ ТС надо писать. Имеется видеофиксация. В основном я место оставил. Да, имеется видеофиксация. Прошу. Прошу. Привлечь к ответственности. Привлечь к ответственности виновных лиц ГИБДД за ненадлежащее рассмотрение моего обращения. Дисциплинарная ответственность, да. Это первое. Лиц ГИБДД? Ну, должностных лиц ГИБДД, да. Дисциплинарная ответственность за ненадлежащее рассмотрение моего обращения. И прошу привлечь второе, два. Да, пункт 2. Сейчас номер еще записать, не забыть. И второй пункт. Прошу привлечь к
административной ответственностью. Виновных лиц, не виновных лиц, а водителя транспортного средства с ГРЗ. Сейчас надо ГРЗ пойти посмотреть. Государственный регистрационный знак автомобиля. Давайте это тогда сейчас оставим. Да. Так. Давайте запишем, подойдем сейчас. Потому что надо записать это этот номер. Отсюда видите? Смотрите, просто. Отсюда, а как вы видите отсюда? Там сбоку, боком стоит. Подождите, можете дописать номер, да? Да, да, понял. А то что-то непонятно. Так, вот номер транспортного средства. О-899-ХАУ. Сейчас я там еще... Вы допишите, да? О-899-ХАУ. 36. О. 899 ХАУ 36. ХАУ 36, да? Да, да, да. О. Записали, да? И там, и там. Да. Все. Что там насчет ГАИ? Сейчас я приму заявление и будет. А, хорошо, все. Идем. Так, все, принял заявление, написал по поводу бездействие ГАИ сегодня в течение целого дня и привлечение к ответственности водителя транспортных средств. ГАИ не едут. ГАИ не едут. И что делать, сворачивать? Да? Нет, почему? Ждем ГАИ. А это... Не знаю. А? Не знаю, это вообще кто, я не знаю. Они представились. Просто пришли, номер переписали и все, и пошли туда. Звоню опять ГАИ. И Сиси звонил, все звонили, то есть ничего. Не понятно, что происходит. ГАИ бросает трубку. Да. Ага, еще творят, бросает просто трубку. А? И что делать? Ждем ГАИ, и что делать? Не знаю, что делать. Они так не привлекутся к ответственности и все. Звонить будем сейчас, обращаться, жаловаться. Я вам жалобу уже заявление подал. Что делать еще? Как по-другому-то быть? Других способов нет. Ну, давай тогда всех отпускать, хамов вот этих. Вообще охренеть. Здравствуйте, а вы ППС? А можете, пожалуйста, как? Старший сержант полиции Карпусенко. Карпусенко? Патрульный поставщик. Спасибо. Так, на грудь значок. 00-20-91. А у вас не предусмотрен? Стажер. А, стажер, я понял. Он еще не был в втором приказе. Все, понял. А можете содействие какое-нибудь оказать для того, чтобы ГАИ прибыли? Вот с 11 часов ждем их. Что-то... Сейчас окажем содействие сейчас. Что-то непонятно, не приезжает, столько жалоб, звонков оставил, не еду почему-то. Сейчас участковый принял заявление, сейчас на части свяжемся. Я понял, спасибо. Звоню, звоню, говорят, сейчас приедем, сейчас вызов там, сейчас еще вызов. И вот что-то не еду. Непонятно. В чем причина, не ясна. Да, ну какая загруженность? Да, приезжают по 5 экипажей, да, когда вот нужно. Пешеход 844. Точно нет, как прибыли, да. Участковый, машина стоит на полицейской. Как ваша фамилия? Шамардин, Максим. Шамардин. А вы один? Что? Один. И с кем-то там? Я один. Так, один у нас находится. Лучше с гражданин тоже на машине. Что? Участковый. Заявление,
Короче, инкассаторская машина. Ну да, они, получается, в центр заехали. Здесь на правой части будет на расстоянии... Здесь тротуар находится. Тротуар, да. Не проезжий. Где-то 50. Уже инспекторы были оформлены. Ну, назовем требуется повторно вызвать синдром ГАИ, потому что вызывали, правильно? Да, да, 20 звонков совершил. 20 звонков. С 11 часов, понимаете, вот здесь стою. 11 часов стоят. Тут много нарушителей было, не только они. Тут их был, человек 20. Так. Площадь Ленина 5А. Да, 5А, правильно. 5А, правильно. Да, и посмотрю там на месте. А никого нет. Обещают сегодня, вернее, чуть позже, через два вызова. И вот мы уже ждем с 11 часов эти два вызова. Что? Почему? Вообще смесь находимся. Вы когда научите своих инкассаторских хамов не нарушать, а? Правила дорожного движения, права людей. Займитесь этим, пожалуйста. Зачем вы светите? Я же вам не свечу. Не, я вам не в лицо не свечу, может. Отойди. Во, нормально. Имеете право. Общественное же место. Ну что там? Не подскажете? Так, вы заявление пишете, да? Вы заявление мы... Я оставил, да, все. Сейчас, оно у меня, вы... Все, да? Ну я не брал вас. Сейчас я в одном месте, там номер мой в одном месте записал. А. Давайте, посмотрим. Что там ГАИ, не подскажете? А? Где ГАИ вообще? Где ГАИ? Не знаю, ну вы же сообщали. И вам сообщал. Не отвечают? Ну, что не за могу, бред? Не могу. Специально, что ли, они это делают? Не знаю, не могу сказать. Я с ОП-8 участковый, да, а ГАИ помню. Это совершенно другая... О, ГАИ. Алло. Алло. А, видите, что делают? Берут трубку и бросают. Они начали уже в игрушки играться, понимаете, с нами. Мы уже написали, сейчас. Ну это сейчас, это не сейчас, это. Ручку выписали сами. Я не брал. Вы же сами же. Алло. Я, значит, отдал там. Скажите, когда ГАИ приедет, площадь Ленина 5А? Приедет, ожидайте. 9 часов нет, с половиной, почти 10. Я вас умоляю, откуда такие случаи? В 11 мы первый звонок совершил я. Это на ДТП, который был. Это срочно. Это экстренный вызов был. А мы вызывали по нарушению правил дорожного движения с утра. Это не тот экипаж, не надо. Я вас понял, ожидайте. Когда приедет? Я вам не могу время назвать, они находятся на вызове. Послушайте, только что их запрашивал, они еще разбираются, ожидайте. Послушайте, нам говорили днем, что два вызова и к нам едут. У меня зафиксировано все. Потом вы говорили, два вызова и к вам едут. Это было 2,5 часа назад, вы говорили. Когда? Во сколько? Можете связаться? И бросает трубку. Что за ерунда? Непонятная ерунда. Говорят, подъедет, сейчас вызов завершают и едут. Ну, я дозвон... пишите заявление. Заявление пишется? Все, давайте сами. А, ну там номер вписать надо. Да. А вы же вроде писали, нет? Я в одном месте писал, я вот здесь еще. Вы же не только... А, e-mail еще надо писать. А вы помните номер-то? Да, вот. О. А, ну все. О, 899. Да, давайте еще e-mail. Прошу ответить на электронную почту, сейчас напишу. Да, можете написать, прошу ответить на электронный адрес, ответ направить на электронный адрес. А вы сами ставили, да? Да, напишу, конечно, чтобы вам не по 10 раз не диктовать ничего. Скажите, пожалуйста, ну что там по поводу ГАИ? Часть, когда стал информацию, дежурство сейчас отреагировал. Ну, сказали мне, я тоже дозвонил, сказали на вызове, сейчас вызов заканчивается вроде бы. И... В данный момент ждем. И вроде бы едут. Ну, да, они нам говорят уже долго, да, так, да. Да, давайте сейчас запишу. Сейчас. Так, ладно, да. В ГАИ вы не дозвонились? Я чуть не понял, просто дозвонили. Нет? Кем? Ну вот, вроде сотрудник дозвонил. Вы сами дозвоните. Я дозвонился. Сейчас сказали, на вызов заканчиваем и к вам.
Якобы так. Ждем. Ну, ждем. Подошел к Кусков. Все понятно. В ГАИ звоните, не? Не, дежурная часть. А, ну понял. А то по ПС уже звонили, вы звонили, да, все да, на свете. Че это? Нет, еще. Попытаюсь. Я сейчас только что все разговаривал. Блин, ну я сейчас занимаюсь, а то ты сейчас звонишь вам. Не перезвонили вам с дежурной части или вам не будут перезвонить? Нет, должны перезвонить. А должны что там, какое решение, да? Ну ладно. Вот так, из-за бездействия ГИБДД и вас отвлекли зачем-то, и Сисю отвлекли, и пешеходы стоят по 9 часов ждут. Такой вот бардак. А можно было приехать на за 5 минут все оформить и дальше ехать. Не нужно было ничего то есть делать. Просто приехать, оформить за 5 минут. И никакого не было вот такого бардака. А то ППС приехали, Сисев приехал, какие-то начальник смены приехал. Ну, мы-то думали, все будет проще, правильно? А глянь. Опять же все получили. Глянь, сколько народу. А, давай. А ГИБДД все обещает, обещанием все кормит и кормит. Где они, непонятно. Водителя опрашивать не будете, установить личность? А то кого в ГИБДД направили? Да? Сообщение, кто делал? А надо же это, объяснение. Можно, брать. Ну, что? Без препятствий, чтобы машина проехала. Ну, мы на тротуаре стоим, мы же не мешаем. Не, может, я вызов... Вас не зацепил, послушайте, я сделал вызов в ГАИ, я жду их, они сказали, ожидайте. Ну, они же сколько? Ну, я не знаю сколько, но они сказали... В целях вашей же безопасности. Ну, он не имеет права начинать движение, пункт правил 10.1, если видеть пешеходов. Это он выполнит. Вы ему лучше подсоветуйте, чтобы он не начинал движение. Потому что пешеход не должен отвечать на тротуаре за свою безопасность. Он просто стоит на нем, правильно? Ага, он аварийка-то приехал. Уже аварийку собрали всех. Пожарников видели. Вон, водителю подскажите, чтобы движение не начинал до приезда ГАИ. 10.1 пункт правил дорожного движения. А мы-то что? И почему Алексей Александрович все время? А что, один Алексей Александрович существует здесь? Я что-то ничего не могу понять. Не видишь, что ли, никого больше, кроме меня, Сисев? Я пустое место. Я вообще просто хожу, гуляю, Алексей Александрович, хожу вокруг, вот около, к сотрудникам подхожу. Вообще никакого отношения не имею к этому автомобилю.
ГАИ надо тут и все, чтобы побыстрее приехали и решили вопрос. Привлекли к ответственности, и все, поедет по своим делам. Что ж, пешеходы стоят, что? ДПС говорит. Да ничего, вызвали. А? Вызвали эти ГАИ. ГАИ. Ну, ГАИ дополнительно позвонили, ГАИ ждем. Все, ГАИ упирается, понимаешь? А их нет. Что можно сделать? А? Да это Сбербанк тоже. А, это Сбербанк. А, да. Сегодня весь Сбербанк здесь находится. Ну что там? Алексей Александрович. Да. Ну, материал, опять же, повторюсь, направлен. Да направляйте, ГИБДД, я не против. Я все равно буду стоять на тротуаре. Ну, сколько захочу. Вот и все. А так направлять, конечно, это лучше будет, что вы направите. Вот. Но ГАИ обязан отреагировать в любом случае. Ну, вы уже написали. Не, ну я буду ждать их. Я сделал вызов. Я сделал вызов. В целях вашей же безопасности. Да я, нет, в целях безопасности пункт правил 10.1, он не имеет права начинать движение, если видит опасность. Все, вы ему посоветуйте не начинать движение. Это водитель должен соблюдать ПДД, а не пешеход на тротуаре. Пешеход на тротуаре он и так соблюдает, он стоит на нем. Он ничего не нарушает. Если водитель поедет, нарушит пункт 10.1. Не оттуда вы заходите, неправильно, изначально. Давайте я тоже по проезжей части буду тогда ходить там вот. Давайте туда я выйду, если вы мне не разрешаете по тротуару уже ходить и стоять на нем. Давайте там я буду гулять вон. Уже пешеходам не дают по тротуарам ходить. Это вообще просто какой-то. Да не, пока ничего. В целях вашей безопасности, может, отойдете. Я говорю, он не должен начинать движение. Хотят выдавить из тротуара. Да, хотят выдавить из тротуара. Давай по проезжей части пошли тогда гулять, раз на тротуаре уже нельзя. Ну да, он ходит там, и ничего, Сисев не обращает внимания, да, не реагирует. Не надо правила искажать. Есть правила дорожного движения. Он не имеет права здесь находиться. Единственный возможный вариант — его привлечь. Все. Других вариантов не существует. Никаких препятствий не существует здесь. Ничего. Видел общественный наблюдатель поехал. Да, видел. Да, нет, это не общественный наблюдатель. Это начальник смены, я выяснил. Инкассация. Он тот? Да. Я все тут выясняю, хожу. А он какая-то дама Сбербанка, не знаю, тоже на безопасности. Это не начальник. Не, он сказал.